Oh. Now, Danny Bunny. Можно? Можно. Я бекон вообще не... Последние наши локации. Сейчас Сантавра, где Нина подвязалась, откуда мы начинали свое паломничество. Именно со святынь, да? Потом еще главный собор старой столицы, да, Мсхети. Там тоже, где хитон, находится Господь нашего Иисуса Христа. И уже выезжаем на границу домой. Последние кадры святынь, последние кадры из окна нашего автобуса, и мы домой. Замечательная плодотворная поездка. Сегодня служили, причащались. Очень замечательно. Грузия доброжелательная, народ очень добродушный. Никаких нету там ни претензий, ни взглядов косых. А Грузия и ее народ принял как родных братьев. Рекомендую. С Богом. Немножечко дождик идет, моросит. Еще раз вам покажу место. О, потерялась. Место, где подвязалась равнопостальная Нина, где было ей дано крест. Да, вот Царица Небесная. Да. Покажу вам еще одну святыню этого храма. Это вот кедр, под которым лежит, ну это кусочек здесь находится, под которым находится Сидония с хитоном Господним, который мы сейчас еще поедем в большой храм центральный. И еще раз напомню вам, там покажу. Пока на иконе покажу. Вот это древо, кедр. Вот Сидония с хитоном Господа в руках, которая почила. А где это место, сейчас еще раз покажу и напомню. Еще раз напомню, вот это место, здесь в середине, скажем так, дерево было, и здесь под этим всем строением, которое воздвигли местом именно это, Хитония и хитоном Господа.